Как тебе блины и чай? Вкусные, хорошие. А кто раздавал? Радио Заречное. Как блины от Радио Заречное? Блины вкусные. А чай? А чай еще не пробовал, надо попробовать. Народ гуляет, весело. Ну, в общем... Все добродушные. Чувствуется, злых что... людей нету. Праздник в городе. А у вас как настроение сегодня? Хорошее настроение. Блины пекли? Обязательно. А здесь блины ели? Нет еще. Что тебе нравится сегодня в парке? Все. А конкретней? Блины и всякие развлечения. Блины, то есть, уже ела? Да. Встречаться с друзьями, кого давно не видели. Вот на столб скоро полезут. Ну и сжигание чучела. Кто-то из ваших знакомых полезет на столб? Не знаем, смотрим, пока только дошли. А бывает, что я старуха ни на что не годная. Я как вот проходила, я на все пригодная. Слушаем частушки, очень весело. Особенно здорово слушать, когда поют дети. А часто на Масленицу в парк ходите? Каждый год. Что вам тут нравится так? Очень нравится, как лазит на столб. Посмотреть, какие сильные мужчины живут в городе Заречном. Народу много, хорошо. Вот людей посмотреть. Сидишь дома. А блины ел сегодня? Нет, еще. Почему? Все еще попозже пойду. Масленица. А, выходной. Основное. Совпало, да. Ну и как вам действо в парке? Да вроде нормально. Ну, как обычно, вроде весело. Что нравится? Ну, основное. Вон те мероприятия. А блины пробовали? Обязательно. Народ, весело, шумно. Хорошо. Позитив хороший. Спасибо. А блины ели? Да, как же, вкусные. У вас вкусные блины. Праздник сегодня. Весна. Масленица. Часто в парк ходите на Масленицу? Да вот с внуками. Бывает. Бывает. Чего особенно ждете? Ждем все лучше. Чтобы не болели, вот. Общались почаще, да, Сан? Ну а что вам на Масленице больше всего нравится? Ну, веселье, народу много здесь. Нам-то что нравится, вот им, чтобы было весело, приятно. Хотели вот правнука привезти, чтобы он посмотрел. Ну, что-то мать его... Приболел маленько. Да, говорит, нет. А мне очень хотелось ему привезти сюда. Ему 3 года. Три года ему. Ну и нарядных здесь много, он еще их не видел. Масленица тоже нравится, всегда мечтал сходить. Ни разу не была? Но была когда-то давно. Понятно. Где-нибудь хочешь поучаствовать? В конкурсах, да, обязательно. А на столб полезешь? Нет. Лучше нас на тот год. Понятно. Ну, где-нибудь поучаствовать хочешь? Может, на столб полезешь в этом году? Не, не полезу, не хочу. А где хочешь на Масленице еще поучаствовать? В конкурсах разных хочу колесо покрутить. Нравится длинная лошадь, веселиться. А как веселишься здесь? Ну, покупаем что-нибудь. В конкурсе в каком-нибудь уже поучаствовала? Нет. А хочется? Да. А на столб не хочется залезть? Нет. Это пусть мой папа лазит на столб. Шашлык понравился нам сегодня. Понятно. А на столб кто-нибудь из вас полезет? Ой, нет, нет. Мы как-то... Мы зрители в основном. Отдыхаем, да, наслаждаемся праздником. Хотим вот сейчас попробовать того, что нам предлагают. Вон те замечательные палатки, шашлыков, блинов. Ну, в общем-то, традиционно Масленицу проводим. А на столб кто-нибудь из вас полезет? Ну нет, я так думаю, что мы вышли из этого возраста, который способен достать какой-нибудь приз, но с удовольствием посмотрим. Поздравляю весь Заречный с праздником. Кого я знаю, кому обидел, прошу прощения. Я всех хочу, всех жителей города Заречного поздравить с Масленицей и пожелать всем здоровья, счастья и любви и удачи во всем. Поздравляю всех своих родных и друзей с Масленицей и с наступлением весны. Всех, кто знает, всех поздравляю, весь город. Во-первых, сегодня воскресенье, когда нужно всех прощать, поэтому прошу прощения у всех, кого когда-то обидела, и желаю всем хорошего настроения встречать праздник. Здоровья, улыбок, всегда позитива, удачи, ну все самого-самого хорошего.